Тогда у нас... Какую часть проезжают? От автобусной остановки выезда с ДД... А мы там разные полностью можем? Так нам нужно до крайнего дома сделать, я не туда буду сходить, вот крайний дом. Да, до крайнего дома. И туда. Ну, а с другой стороны тоже посмотреть. У нас есть там дальше через дорожную полицию. Ну, больница уже другой. Значит, ну, хочу сразу сказать. Конечно, это надо было раньше смотреть. Проект организации. Сейчас уже не помню. Сейчас будем думать. И то, что мы уже не сможем здесь однозначно повлиять, значит, на расширение, будем видеть, есть как, это дополнительные какие-то, допустим, на следующий год сделать тротуары, я согласен. Прямо вот запланировать, допустим, тротуар отсюда, да, и то есть надо, как, чтобы этот человек выходил и до пешеходного перехода шел, правильно? Рассмотреть вариант сейчас установить, сузить дорогу сейчас, уже в данный момент, для того, чтобы потом сломать проезжую часть, устанавливать этот бордюрный камень, а сейчас заложить бордюрный камень положенную ширину проезжей части, положить на него асфальтные разметки. А на следующий год уже тротуары. У вас сколько? А так это придется финансово больше затратить. Ну, я лукавить не буду, здесь не получится в этом году. Есть проект, это то, что вы говорите, это уже большие изменения, дополнительные средства. Я просто предлагаю что? Опять же, Олег Викторович, Сергей Александрович, еще раз, проведите работу, узнайте, сколько человек проживает на той стороне. И, как вариант, то есть пешеходный переход там, если у нас нету здесь, с той стороны пешеходного перехода, за следующий год заложить средства, сделать пешеходную дорожку в сторону пешеходного перехода. Только вот в зарослях еще разобраться, сколько домов и как они выходят, в какую сторону. Там нету, по-моему, там одни огороды. Ну, то есть вот, таким вот образом. И на следующий год уже заложить. Сейчас мы уже не сможем что сделать. Сейчас проект менять придется. Подождите, изначально, когда проект у нас не попал в руки. А с вами проект согласовывают? Нет, проект с нами не согласовывают. Все хватит. То есть вы только по факту уже, да? Только когда проект... движение, переходить туда и посмотреть. Только когда проект попал на руки, согласованы уже всеми подписанными. Посмотрите, еще раз говорю. Понятно, мы записали. Вы